Всем привет, друзья! Меня давно не было на канале, уже, наверное, 2 месяца. И вы все спрашиваете, где я, вы меня потеряли. Вот и решил сделать видео, что со мной все в порядке, до сих пор в Мексике. Просто не хотелось снимать видео, не хотелось брать в руки камеру. Первый месяц я наслаждался природой, много путешествовал. Побывал в Канкуне. Кстати, я сейчас в Канкуне. Потом, я вернулся в этот город. Я вернулся в этот город из-за климата. Потому что я был в остальных городах. Монтерее, в Халапе, Катемако. Еще в других некоторых городах. И там климат был похолоднее. Но в Канкуне мне нравится, что здесь есть и пляж, и хорошая погода, и много зелени. И, кстати, как раз именно вся эта зелень, это то, что мне очень нравится в Мексике. Самая первая вещь, которая меня удивила и поразила в Мексике, что здесь очень зелено, очень тепло, очень красиво. И у меня есть целый лист вещей, о которых я хочу поговорить, о которых хочу рассказать. С этого момента будет очень много видео. У меня есть целый список здесь, о чем я хочу поговорить. Но сегодня я хотел сделать такое короткое видео, сказать вам, что со мной все в порядке, что скоро я буду выкладывать больше видео. Точнее, не скоро, начиная с понедельника или даже со вторника. Видео будут выходить или каждый день, или через день. И еще хотел поблагодарить всех тех, кто задонатил мне деньги. Эти деньги очень мне помогли. Сейчас я, благодаря этим деньгам, я был способен путешествовать по Мексике, посмотреть Мексику. И да, сейчас вернулся в Канкун после путешествий. Сейчас я буду оставаться здесь. Возможно, еще поеду в какие-то города. У меня есть в планах Гвадалахара, Гуанахуато, Агуаскалиентес, Леон, Мерида, Сьюдад де Мехико и еще некоторые другие города. Ждите, пишите, подписывайтесь на мой инстаграм. Кто-то писал, что я сбежал с деньгами, которые вы задонатили. Нет, я не сбежал, я до сих пор в Мексике. И в следующих видео вы это увидите, я буду делать блоги, снимать мою жизнь здесь, сделал видео про мою любимую еду, что я здесь каждый день делаю, и все в таком духе. В общем, я буду оставаться на связи, я живой, я в Мексике, просто хотел сделать это видео, чтобы всех вас успокоить, и ожидайте следующих видео, увидимся в следующих видео, которые выйдут уже на этой неделе. Все, всем пока.